Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 460. Наверное, уже 461. Вот видите, как сбрасывает здесь неправильно. Похоже, 461. События дня. Эпиграфом берется Евангелие от Иоанна 5:44. А славы, которые от единого Бога, не ищите. За 16 марта 2017 года. Ну и краткие маленькие объявления тут по скайпу, что ко мне могут заходить с 4 до 16:00 по Москве. Считай вслух. Кто ждет разговора по скайпу, он должен сначала написать тут же в скайпе снизу, спросить, когда я буду свободен. И не звонить мне в свое время без договоренности, что я свободен и могу принять. Прошу это правило не нарушать. Ну, во-первых, ничего это не даст. Я не могу в это время зайти. Идет у меня тут запись какая-то, или даже дома нету нигде. И гляжу, там раз 10 заходит, ну, явно, что нету. Ну, или говорили, человек что-то был против. Я всегда спрашиваю, не против, что если это все записывается у нас, выставляется в интернет. Ну, я вот против, я отключаю на этом все. Зачем тебе таиться? А то его не видно, человек, да у меня аппарат не работает. Ну, отремонтируешь, тогда придешь. И вот после этого звонит и звонит, ну, непрерывно всегда. Ну, уже все, мы разошлись. Явно, что мы не сходимся. Зачем друг друга мучить, терзать-то? Боится, таится. Наша жизнь перед Богом вся открыта. И вот возьмите, которые выходят священники, там отвечают где-то перед аудиторией, бывает под часами. Их жизнь никто не знает. А мы все показываем, как мы работаем, обедаем, какие у нас невзгоды бывают, на нас нападает кто-то. Эта жизнь вся на виду. Поэтому Господь укрепляет. Вот мы считаем, когда в Библии там все говорится, как он жил, как шел, как говорил. Возьмите биографию Давида, да всех так. А это привыкли прятаться. Ну зачем прятаться и выходить на скайп, а потом начинает бунтовать. Недавно один, мы записали по согласию, а теперь его вроде бы кто-то там где-то что-то, ну, выдумывает. Убрать ролик никогда не убираем, зачем убирать? Ну начинает там всякую пакость делать дальше. Вчера меня бомбардировал один, непрерывно матерится. Да одного слова даже не скажет литературного. Еще спрашивать. В скайпе? В скайпе, на моей страничке и на других ресурсах одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более чем одно за неделю. Внизу под скайпом написать только один раз. Прошу не нарушать сей регламент. Вот и все. Дальше. Нам это скинули, посмотреть фильм один. Сейчас во время Великого Поста у нас тут стараются, чтобы не смотреть. Но мы посмотрели, потому что это о верующих людях говорится. И вот написали, можно посмотреть этот фильм и сделать выводы во свете Библии. Называется как? Иннокентий Сибиряков. То есть по-русски в Google, это в YouTube зарядите. Помогите мне, я страшно богат. Фильм 2016 Ясно, год. Ясно, что православные его поставили. Ну и здесь вот будет видно, как. Мы вчера посмотрели его, как богатый человек, не знал, куда как бы деньги деть. И всем помогает, его считают сумасшедшим. Но он в монастырь ушел. Кратко. Видно, что по заказу православных сделано все. Александр А. Дальше. Приветствую тебя, Владимир. Это и Володя, он написал письмо, один человек знакомый. Благодарю Господа за все, что Он мне посылает. Молодец. А радостного несравненно больше, чем того, что заставляет поскорбить. Несмотря на то, что я все дальше от православного отношения к вере, тем не менее, с теплотой и благодарностью каждый раз вспоминаю вас на молитве. Вот так. Все дальше от православия. Видите, какая печаль. Иногда смотрю ролики Игната Тихоновича и, молясь за вас, думаю, когда же и вы увидите, что даже самый исправленный Игнат Тихоновичем образ православия все равно останется старуха мертвой, хотя и с накрашенными губами. Продолжаю любить и вспоминать доброе Игнат Тихоновича. Добром. Добром. Игнат Тихоновича и вас прошу молитвенно объединиться в просьбе к Господу о единстве
в исповедание чистой евангельской веры. Пиши, я очень порадовался твоему письму с Богом. Ну, вот я у Володи взял это письмо, этого человека я знаю, пишу. Да, так и есть. В таком виде она и предстать может, как состояние двух женщин. Иезекииль, 23 глава. То есть я не оправдываюсь, не пытаюсь его переубеждать. Вот он говорит, я вижу православие такое, мертвая старуха накрашенным губом. Я говорю, так все и есть. Но вывод-то какой отсюда? Нужно внимательно, без купюр, прочитать и не раз эту главу. Иезекииль, 23 глава. Чтобы увидеть, что состояние сегодняшней патриархии, как под копирку, снято с этих персонажей. Оголы и оголивы. Там под этими женщинами блудными Господь показывает Иерусалим, Самарию. Но хотя он их и показал, какие они есть, но не сказал, теперь все, идите к филистимлянам. Этого нет. Так. Они голые. Это реформы Никона и Петра Первого. Это и декларация митрополита Сергия Старогородского. Это и сотрудничество со всяким людоедским режимом. Иакова 4.4. Почитать надо. Дружба с миром есть вражда против Бога. Иезекииль 16.25. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои. Вот это я все беру прямо из Библии. Вот представь, какое сравнение дается. Но если бы человек, который не знает, что из Библии, он понял порнографический сюжет. Раскидывала ноги для всех, то есть блудила со всеми, со всяким режимом. Вокруг смрад и ложь, смерть и тлен. И дальше я без Священного Писания беру. Матфея 15:24. Он же сказал в ответ: я послан только погибшим овцам дома Израилева. Погибшая, мертвая. И не просто старуха какая-то, а скотина. Это скотомогильник, где скотина валяется. И к ним послан. Не сказал, теперь иди туда, ищи что-то лучше. Так вот ты теперь и на этом отрудись поприще. Господь говорит, что пришел к погибшим. Это богоизбранный народ. Мы легко это, называется, перенос событий, экстраполяция на сегодняшний день. Скотомогильник и безнадежная трясина. Мракобесие миссионерских, в кавычках, отделов, пагуба лютая. Самое опасное сегодня, что подделка идет. Мракобесие. Дальше. Значит, есть настоящее поприще для истинно возрожденных душ трудиться и побеждать. Вот так. Подобное было и богоизбранным народом Божиим. И Бог искал, кого бы послать в эту тюрьму, где кровью наполнена столица от края до края. Вот так. Дальше. 4 Царств 21:16. Еще же пролил Манассе и весьма много невинной крови, та, что наполнил ей Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех, делать неугодное в очах Господних. Но и при таком плачевном состоянии Господь Бог ищет тех, кто начнет трудиться для Него, а не искать имитации у Дафана, Аверона и Корея, у еретиков и сектантов. Числа 16 глава. И вот теперь несколько мест Писания, которые я показываю. Дальше. Исход. 4 глава, 13 стих. Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать? То есть тоже отнекивался, а Господь такие грозные слова ему сказал. Иезекииль 22:30. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И главное, никого нет, а Бог ищет и ищет. Но хоть одного человека в этом несчастном народе, в отступничестве, христопродавцах, и все. Исайя 6:8. И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать? И кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня. Ну, есть такое в мире, говорят, если не я, то кто же? И что же повелишь делать мне, мой владыка? Я и сам еще похож на младенца. Вот он это отказывается идти, я ничего не знаю. Псалом 53, 5 стих. Ибо чужие восстали на меня,
и сильно ищут души моей. Они не имеют Бога перед собою. Да, вот начинаешь говорить, и нападает на тебя до самого высокого начальства церковного. Римлянам 11:3. Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили. Остался я один, и моей души ищут. И какой вывод отсюда? Не опускай рук, ибо я с тобою. Вот не опускай рук. Если ты молишься, до тебя вообще все открыто, ясно. Что такое молитва? Я из своего опыта хочу сказать. Когда мы в миссионерской поездке были, проезжали Турцию, мусульманская страна, там русская мафия оказалась. И нас захватили, ну у них там все схвачено было, рядом полицейский участок. И уже никак не выйти, никак. Только деньги, давай деньги, тогда пропустят. Ну под разными предлогами. Я понял, ничего нельзя сделать. А что мы сделаем-то? Ну уйти куда-то, вот дома-то я перейду. А куда ты перейдешь-то? Машина стоит в определенном месте. С места сдвинуть нельзя, арестованная. И начальство их поддерживает. Я сказал, ничего не делайте, давайте молиться. Открыто вышли из машины и стали молиться. Мы 12 часов на верхотуре стояли, молились. Ни час и ни два. И они-то, мафия-то, меняются. Им тоже, их вахта кончилась. И они тогда другим нас передали. И проходят мимо, а мы молимся. А я слышал, и они говорят, а этих... не взять нам. А этих не взять нам. И все. Отступили. А полицейские выходят прямо напротив них. Участок их. А дальше Бог стал отворять двери. И сами мусульманки стали выносить нам. Там что-то они сделали. Там поддержать нас. И напиться и все. И раскрыли. И мы выехали. Я, правда, подарки им сделал. Там книгами, конечно. Считаем дальше. Иеремия 1:10. Смотри, я поставил тебя всей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Вот шесть работ, которые Бог смотрит. Не смотри не глазами, только смотри, говорит, смотри, это мы говорим, смотри, я поставил тебя. Где? Над народами и царствами. И что ты будешь делать? Искоренять и разорять. Ну, тут легко разорять, то нет, нелегко. Чтобы люди отбросили ненужное. Губить и разрушать. И только тогда, после этого, уже на этом основании созидать и насаждать. Иеремия 1:19. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Дальше. Иоиль 3:11. Спешите и сходитесь. Все народы окрестные, и соберитесь. Туда, Господи, веди твоих героев. Ну вот видите, все будут против, а тебе Господь уже уготовил другую участь. Ты должен там трудиться, это Церковь Христова. А так, слово евангельское применяют в себе все еретики, сектанты. Они никто. Они просто приговоренные к вечной погибели. Вы можете быть из тех, чьи добрые дела превозмогут все соблазны, какими сатана обложил невесту Христову. Деяния 10:4. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Вот что еще помогает удержаться. Исайя 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Да. «Наилучших благ вам, дорогие наши и возлюбленные Богом». Да. Исайя 49:4. «А я сказал, напрасно я трудился, ни на что я вообще истощал силу свою». Вообще, то есть напрасно. «Но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего». Иеремия 2:30. «Вообще поражал я детей ваших, они не приняли вразумления. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев». Да. Неемия 1:6. «Да будут уши твои внимательны и очи твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего, которую я теперь день и ночь молюсь перед тобою о сынах Израилевых, рабах твоих,
и исповедовать во грехах сынов Израилевых, которому согрешили мы перед тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Согрешили все, а не так, что я что-то понял, теперь все, я дальше и дальше от церкви, пойду в еретики куда-то, но это уже полная гибель. И Псалом 72 прочтите. Он как раз к вашему состоянию и как выйти из него. То есть, доколе я не разумел, как скот был я перед тобой, скот. Доколе не вошел в храм Божий, в дом Божий-то. И ты увидишь тогда, что ты всех, кому смотришь, они там вроде евангельские еретики собрались. С какими еретикам идти? Они все разные. 21 тысяча названий только сегодня насчитывается. И куда пойти? Никуда. Православная церковь, вот все. На лето приезжайте к нам в Потеряевку, поможете. Нас Роспотребнадзор вынудил закрыть лагерь стан. И теперь будем трудиться в ином формате. Приобрели несколько пустующих домов. И нужно их отремонтировать. Там и будут дети. И когда приедете, то стучите в дверь ногами. А они спрашивают, а почему ногами-то? Как почему? Так руки-то будут у вас заняты подарками. Вот так. И вот один вопрос. Вопрос 666. Интересно, тогда-то я не знал, оно как попадет-то. А когда стал выбирать оттуда, это во втором томе «Открытым оком». Не думаете ли вы, что дело не в сергианстве его декларации? Если бы весь народ не поддержал его, то ничего бы не случилось. Не безверие ли народа привело к создавшему положению? Это я беру на как бы на ответ, кто виноват в этом и как нужно и что нужно делать. Второй том «Открытым оком». И вопрос 666. Меня даже заинтересовало. Ответ. Все верно. Каждый даст отчет за себя сам. И привожу места Писания, которые говорят, кто виновен. Матфея 18:7. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Иеремия 6:21. Посему так говорит Господь. Вот, я полагаю перед народом сим преткновение. И преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Иеремия 9:4. Берегитесь каждый своего друга. И не доверяйтесь ни одному из своих братьев. Ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Вот они такие есть сегодня. Иезекииль 3:20. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнится ему праведные дела его, какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. А не так, что плохо тут, я пойду куда-то в другое место. Плохо было, всю жизнь терпит человек ни один, ни два дня. Сколько на Моисея клеветали, а Бог разобрался с ним. Кто куда, даже Моисей один раз там не так сказал, Господь, вот и ты не войдешь. А кратчайший избранник. Римлянам 14:13. Не станем же более судить друг друга. А лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Вот так. В православных людях нет иного стержня, как доверие попу. Каков поп, таков и приход. Даже там, где кто-то не покорился предательской декларации митрополита Сергия, в большинстве случаев это опять же зависело от пастырей и архипастырей. А так, чтобы каждый сам самостоятельно решал, где правда, о таком почти и не слышали. Вот и все. Епископом и должен быть. Ну а епископ меня и нет, епископов расстреляли. Так спасение еще потерялось разве? Напрямую патриарху, а патриарха нет. Молись, дальше Бог усмотрит. Слово же Божие приучает каждого быть ответственным за самого себя. Иоанн Златоуст повторяет. Смотрите, вместо пастыря не изберите волка. Если бы священники в царской России приучили народ сверять их священнические дела с Библией, то никакого сергианства действительно не было бы. И далее стихотворение. Надпись на стене. Иезекииль 22:30. Искал я у них человека,
который поставил бы стену и стал бы передо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Ну не нашел, это что, разве похвально для человека? Не так, а я уйду куда-то, а куда ты уйдешь-то? Ну из церкви ушел ты, за борт корабля прыгнул. Евангельскую веру надо, так и создавай ее, трудись. Ты вот заряди в интернете мою фамилию, имя, посмотри, сколько на меня клевет. Разные епархии, которые в глаза не видал. И какими словами только не поносят. Это они делают. Другого они не умеют делать. Для них дворкины найдутся. А ты делай свое дело, дальше Господь усмотрит. Земля тряслась, волною колебания. Был опрокинут город Ашхабад. В развалинах оставшиеся здания. Об этом и сегодня говорят. Об этом говорит мечеть туркменов, зияющие раны обнажив. Здесь многие уж были, несомненно, и доставали здесь карандаши. Стена чернеет в именах и датах, то экскурсанты записи вели. Подожди, трудное слово. Почему экскурсанты не мог выговорить? Ну-ка давай снова, повтори несколько раз всего. Экскурсанты. Экскурсанты. Давай. Стена чернеет в именах и датах, то экскурсанты записи вели. Мол, были здесь такие-то, тогда-то, да, были, посмотрели и ушли. Я лишь одну из надписей в мечети до тех пор мог в памяти хранить. Вот строить научусь, и стены эти я постараюсь вновь восстановить. Так вот, такое вот стремление, желание должно присуще быть сегодня нам. Отметили большое колебание. Сейсмографы Господни по церквам. Сейсмографы, сразу спотыкаешься. Это нехорошо. Проси у Бога милости. Вот здесь видны проломы в Доме Божьем. А там сошли с фундамента столпы. И гнется трость перед утонченной ложью. И вновь Христос хулится средь толпы. О, как нужны теперь нам христиане, которые могли бы повторить. Я приложу все силы и старания, чтобы Божий дом опять восстановить. Поменьше б тех, кто смотрит равнодушно на раны церкви в тягостные дни. Поменьше б тех, кому одно лишь нужно, чтобы в списках общин числились они. Неизвестно, кто написал. Это я где-то в 64-м году, вот сколько лет назад было. Вроде бы это Храпов, но нигде не было надписи, поэтому кто-то дальше. Я пишу вчера одному человеку, Михаилу. Когда у вас отпуск, вы очень и даже весьма нужны нам, чтобы приготовить место для заезда детей. В обоих домах все приготовить, и спать, и обедать, и прочее. Вы тот человек, которому не нужно на каждом повороте, на каждый шаг давать инструкцию, как и что делать. Надеюсь, что Господь положит вам на сердце эту мысль. Нужно начать не позже, чем с 1 июня, начать все готовить, строгать, клеить обои и прочее. Электричество подвели, но внутри нужно все делать основательно. Неплохо, если начать и чуть пораньше. Дел там еще немало. Как с Ниной дела? Когда сюда приедешь? Уже Великий пост идет. Ну и дальше между нами была переписка. Владислав Морещак. Слава Иисусу Христу! Прошу молитв за Елену. Она протестантка, а ее мама православная. Чтобы милостивый Господь даровал Елене время на покаяние. Она в предсмертном состоянии. Мама хочет пригласить батюшку, а дочь без сознания. Спаси Бог. Видите, как заботятся. Если умирает, то не православный, о нем сильно заботятся, чтобы в этом погибельном состоянии не ушла душа его из этого мира. Ну, я сразу показываю наши ресурсы, какие у нас есть. Вот. Главное для меня всегда было, это мой мир. Вот я показываю, потом можно будет видеть. Просто зарядите. Игнатий Лапкин. К истине 2@mail.ru. Тут и почта, переписывается удобно очень. Второе, это форум. Форум большой. Вот
День прошел, сейчас я гляну, сколько посетителей было у нас. Посетителей 608. Вот. Ну, где-то в этом радиусе недавно повысилось, побольше стало. Как это выглядит, мы сейчас покажем. Вот, православный форум. 2595 день открытый он. 1600 разных тем. Богатые очень. Легко регистрироваться. И тут только вот под храмом внизу написано «Новое сообщение». В новое сообщение ткни и на первую страницу вынесет. А дальше общий поиск. Не поиск по темам, а общий. И в рамочку заряжай, какое слово, и тебя в тему сразу откроет. И вот еще у нас это православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Очень богатый. Очень богатый. И вот каждый день я выставляю примерно в среднем 6 роликов. Здесь у нас и молитвы, и занятия, ну и встречи, и события дня. Сам я не закачиваюсь, слабая техника в другом месте закачивает, бывает в другом городе, а я только замки снимаю потом. И большой очень ресурс у нас, это во свете Библии сайт. То форум был, а это сайт. И внизу только главное, значит, православный форум, главная страница, нажми и уже на форуме. Нажать на вот сюда, видеоканал, уже на видеоканале. Но самое ценное здесь, 4124 ответа по темам, которые я даю из своих книг. Чужого тут нету. 55 папок. Вот. Ну и теперь надо добавлять. Сейчас я убираю это лишнее. Вот какие у меня вопросы здесь возникают. Какие ответы добавляем. Вот. Теперь надо считать. Володя, подходи. Будешь считать. Вопрос 1468. Ты скажи, сколько там минут прошло? 27. 27. Ну вот теперь я уже буду следить, как... Во сколько так. На прошлом занятии вы советовали не пить даже в Рождество. А как быть, если на поминках и похоронах приходится быть? И люди говорят, что нельзя отказываться, хотя бы это было и в пост. Оказать любовь и уважение к людям превыше поста. Ага. Ответ. Если хочешь выпить, то причин будет так много, что и на твоих поминках могут в этот же день другие отметиться. То есть будет драка, вот было такое, килихи у грузинском называется, и там драка случилась, и вторые повторные похороны. Зарезал один другого ножом. Если у вас жена иной нации или иной веры, то эти причины увеличиваются вдвое. Если ты патриот и имел пеструю трудовую книжку, то можешь с моряками и шахтерами праздновать дни их. А согласно Слову Божие, всем выпивохам обещано горькое похмелье в аду. 1 Коринфянам 6:10. Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют. Притчи 23:21. Потому что пьяница и присыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Это папка о смерти. Бог в нашей жизни все распределил и снабдил нужным по каждому отдельному случаю. Если тебе весело, то у тебя рот скобкой вверх. Иногда даже слезы выступают. Но когда печаль, тогда слезы ручьем текут. Сирахова 36:15. Не слезы ли вдовы льются по щекам? И не вопьет ли она против того, кто вынуждает их? Скорбный час смерти есть самый печальный час, когда человек отходит в путь всей земли, в путь невозвратный. Плачет он, и о нем рыдает. Римлянам 12:15. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Если пить спиртное есть горе для души, то сколь непристойнее пить на поминках в скорбный час. Тут-то и нужно подумать о своей будущности, потому что и нам грозит подобное.
1 Маковеевская, 2:63. Сегодня он превозносится, а завтра не найдут его, ибо он обратился в прах свой, и замысел его погиб. Не будьте рабом чужого мнения, и кто бы ни звал вас на поминки неверующих, никогда не ходите. А уж если пришлось там быть, то возвестите всем о любви Божией. Это время и место не содействуют восприятию проповеди, но слова эти могут припомниться когда-нибудь слышащими сегодня. Если же там началась выпивка, уйди тотчас. Вот мне пришел человек и говорит: продавщица тут одна погибла, говорит, и они хотели бы послушать. Ну, пойдите, скажите слово, я пришел. Пришел и вижу, хоронят. Вот закрыто все, ничего не могу сказать. Я постоял маленько, ну, слов 5 сказал, он говорит: а как же так, почему не сказали? Я говорю: не знаю, закрыто. Им не до этого, им скорее надо ее спроводить, и на столах уже все стоит. Да. Тут напрасно время терять. Так вроде обстановка такая, нет. Это не очень благоприятное место. Нет выше звания быть человеком, и притом христианином. Так и держите. И даже в Рождество в рот не берите ни грамма. Никого не соблазните этим. И себе не повредите, и никого о том не пожалеете. И никогда о том не пожалеете. Без ошибок считай, давай. Притчи 23:20. Не будь между упивающимися вином, между присыщающимися мясом. Новое слово, все. Римлянам 14:21. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. Вот видите, какой ответ я даю, сколько мест писания. Это ответ я даю в университетах, когда вел занятия, и люди записками задавали вопрос. Дальше. Вопрос 1951. 7 том «Открытым оком». Когда описывают в житиях необычную кончину тех, кто не симпатичен православным, то можно ли на 100% этому верить? Да. Ответ. Нельзя. Потому что не раз было замечено, что миссионеры, когда они в пылу полемики касаются уже запредельного, то тут они просто в раж ходят. И цель у них часто была опорочить, разнести несогласных. Псалом 30, 18 стих. Господи, да не посажусь, что я к тебе взываю. Нечестивые же, да посрамятся, да умолкнут в аде. Притчи 24, 17 по 18 стих. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он спотнется. Иначе увидит Господь, и не угодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. И дальше я привожу жития святых, скопировано оттуда. Афанасий Александрийский, 18 января по старому стилю, кавычки открыты. Но Бог, премудро свыше все устраивающий, разрушил планы их, пресекший злобу и жизнь Ария. И с какой силой язык его при жизни извергал хульные слова на православие, с такой же и даже большей силой лопнуло чрево его. Внутренности его выпали, и он, окаянный, валялся в своей крови в нечистых местах. То есть туалет. Пошел в туалет, и такое с ним случилось. Так свершился достойный суд над необузданным языком и злым сосудом, напоенным зловонным гноем эретичества, каков был Арий. Эта ужасная смерть Ария невольно вызывала на сравнение ее со смертью Иуды-предателя. Она произвела глубокое уныние в рядах его сторонников и, естественно, была принимаема православными как высший приговор над всем его делом. И действительно, если смерть Ария была даже и естественной, во всяком случае, она была ужасной, внезапной смертью. И в ней нельзя не видеть высшего суда Божия. Вот так написано все. Я у врачей тут консультировался. Может ли от натуги в туалете лопнуть кожа, все, чтобы кишки выпали? Они говорят, никогда этого не было. И я вижу, что мне кажется, просто его зарезали православные. Православные именно. Такое у них было по другим житиям. Прямо в алтаре резали своих противников.
перенесение мощей Иоанна Златоуста, 27 января. Кавычки открыты. Да. Царь Феодосий-младший, сняв свою багряницу, простер ее над мощами, а затем, припав на персти святого, со слезами говорил: «Прости, отче, прегрешение, причиненное тебе завистью. Не считай меня сообщником греха моей матери и не допусти, чтобы я страдал от оскомины за родительскую невоздержанность. Хотя я сын твоей гонительницы, однако я не повинен в причиненном тебе бедствии». То есть его мать Евдоксия свергла Златоуста и отправила в ссылку, где он умер. А сын ее воцарился, и в царстве ее все не так идет. Ему сказали: мощи его принеси, и спроси у мертвого прощения. «Прости и согрешение, чтобы я был свободен от упрека, тяготеющего на ней, преклоняя свой сан к ногам твоим и всю мою власть подчиняя твоему молению. Прости оскорбивший тебя безрассудным насилием, ибо она раскаялась в соделанном тебе и просит прощения, обращаясь к тебе со смирением моими устами так: помяни, отче, твое учительное слово, а не память о злобе, и сам забудь мою злобу. Я хочу восстать от падения, но подай мне руку, ты говоривший. Если кто пал однажды, встань и спасешься. Я не могу перенести твоего недовольства мною. Далее гроб мой сотрясается, сокрушая мои кости». То есть гроб, и на нем лежала плита мраморная, и она 32 года тряслась, и плита сползала у мертвой. И она как бы вот этими словами через сына своего говорит это: «Боюсь я и вечной казни, и того, чтобы не быть устраненную от состояния, одесную на страшном суде Христовом. Многих спас ты своими поучениями, да не буду я одна лишена того же спасения. Не оставь меня, зовущий тебе во след. Не отомсти за меня, но отомсти за меня врагу моему дьяволу, ибо это он научил меня оскорбить тебя, как некогда научил Еву согрешить Богу. Не гневайся на меня, не злобивый, не памятозлобствовавший в жизни тленной, не памятозлобствуй и не тленной. Если я, живя временной жизнью, причинила тебе зло, то ты, живя вечной жизнью, будь полезен душе моей. Миновала моя слава, и ничто мне не помогло. Помоги же мне ты, отче, во славе своей, которую ты принял от Бога. И прежде чем я буду осуждена на страшном суде Христовом, прости меня безответную». Кавычки закрыты. Кавычки закрыты, да. Ну, так ли она была, говорит. Но Дмитрий Ростовский пишет, что у ней такое раскаяние. Злобная женщина была. А была никто, дочь, кажется, волхва. А вот вырезал царицы. Теперь и патриарха на это дело подбила Феофила Александрийского. И лишила ли? Александр, 30 августа. Когда Арий подошел к тому месту, которое называлось торжищем Константиновым, здесь стоял мраморный столб, имевший на себе изваяние царя, то его охватил великий страх от угрызавшей его совести. По причине страха Арий почувствовал необходимость удовлетворения потребности телесной и начал искать некого скрытого места. У туалет некое скрытно, видишь, какими словами. Неподалеку оттуда находилось общее народное место. Войдя туда, Арий был неожиданно поражен лютой болезнью внутренностей, и разверзлась утроба уничтила, как и у Иуды, Матфея 27.1. Так что все внутренности вышли из него. Так ужасно погиб еретик. Вот. Зашел в туалет, и вдруг все кишки вывалились. Разрезали живот, убили его православное. Я просто по-другому не могу думать. Стоявший поблизости и ожидавший выхода Ария, видя, что он долго не выходит, сами вошли к нему и нашли его мертвым, лежащим в гное и в крови. То есть в дерьме и в крови, в гное. И тотчас по городу прошло известие о страшной, неожиданной смерти еретика Ария. Еретики были посрамлены. Православные же весьма радовались, что Христос, Бог истинный, явил мщение своему врагу и хулителю. Наипаче же воздавал благодарение Христу Богу,
святейший патриарх Александр. Благодаря Богу за то, что он явил милосердие церкви своей и спас ее от того лютого волка. Благочестивый же царь Константин Великий, узнав о такой смерти Ариевой, еще более укрепился в благочестивой вере и уже до самой кончины своей защищал догматы собора Никейского. И да, укрепился, все, а крещение не принимал, вот укрепился. А как он укрепился? До смертного часа почти не принимал крещение, то есть был язычник. И далее, и притом его крестил после этого еретик Евсевий. Ни одного слова здесь правды нет, но так, как оно есть. Такую силу перед Богом имела праведная молитва великого архиерея Божия Александра. Почему? Потому что он молился: «Господи, я не хочу видеть Ария, или пусть он умрет, или я умру». Вот так в житиях написано. Подобно острому оружию, она умертвила врага Божия и доставила торжество Церкви Православной. О сём впоследствии упоминал святой Григорий Богослов в своем слове к цареградцам, отзываясь с одобрением и похвалой об Александре, говорят так: «Поистине скажу вам, вы ученики славного Александра, ревностного поборника и проповедника Святой Троицы, который и словом, и делом вооружился против еретического заблуждения. Вы помните о его равноапостольной молитве, которую он уничтожил начальника и руководителя еретиков на месте, которого был достоин нечестивейший язык, дабы позором воздать за позор, и дабы бесчестную смертью, посланную по заслугам, было бы обличено навеки смертоносное зло еретичества, погубившего много душ». Это слово говорит святой Григорий на похвалу святого Александра и на посрамление нечестивого Ария. Почему я упомянул о смерти Ариевой? Случившееся в бесчестном месте по молитвам Александра. Ибо подобно тому, как Арий оскорблял Сына Божия, хуля его божество, равносильное и соприсносущное Богу, Отцу, так и сам принял смерть бесчестную. Таким образом, за оскорбление было отпущено оскорблением. Вот так вот подумали. Вот такая была смерть. Это папка у нас о смерти идет сейчас. Снова берем еще. Вопрос 200. Первый том «Открытым оком». Человек согрешил, но тут же раскаялся в душе. Неожиданно его настигла смерть, то есть этот сделанный грех не исповедан. Учтется ли покаяние в душе на частном Божьем суде? Это мне вопросы задают, когда я за кафедрой был. Или на радиостанции, я сейчас не знаю где. Ответ. Бог не человек и всегда знает все прежде его бытия. Если бы намерение доброе или злое и не было исполнено, но у Бога все это уже высчитано, ибо из человеческого сердца исходят планы. Марка 7 глава с 21 по 23 стих. Ибо изнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека. Евреям 4:12. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышление и намерение сердечное. Иов 3:4 глава с 10 по 12 стих. Итак, послушайте меня, мужи мудрые. Не может быть у Бога неправды или у вседержителя неправосудия. Ибо он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истинно, Бог не делает неправды, и вседержитель не извращает суда. Иезекииль 33 с 18 по 21 стих. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить:
чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Это вот очень важно, а то не судите. Они понимают, что если ты не обрещил, ты ответственность несешь за него. Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнится ему праведные дела его, какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. Как убийца, раз промолчал, не сказал, как убийца рассматривается. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Иезекииль, 18 глава. С 20 по 29 стих. Вот эти места, которые говорили, далее я просто оставляю, их видно здесь, и сами прочитаете. Не у каждого есть такая возможность, может быть, Библию считать вот открытым текстом, и дальше прочитаете. И Господь говорит, неужели я не прав, если так поступаю? Ну, а теперь мы несколько мест других, это мы прочитали сейчас из Иезекииля. Очень грозные слова, 3 глава. А теперь прочитаем, что об этом говорят другие места Священного Писания. Там тоже были другие. Ну, сейчас мы сейчас посмотрим. Это 3 Езра. 1 Коринфяна 4:5. Да. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога». Осветит. Почему осветит-то? Ну ладно. 3 Ездры 16:64. «Он знает намерение ваше, и что помышляете вы в сердцах ваших, когда грешите и хотите скрыть грехи ваши». Вот так. Премудрость Соломона 6:3. «От Господа дана вам держава и сила от Вышнего, которую исследует ваши дела и испытает намерение». Сирахов 35:21. «Доколе не воздашь человеку по делам его и за дела людей по намерениям их». Иов 22:28. «Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будешь сиять свет». Амос 4:13. Амос. «Ибо вот он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его. Утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саов, имя ему». Вопрос 201. Первый том «Открытым оком». Читая слова святых, часто встречаешь, что умерший на Пасху спасется. Так же говорят и православные священники. Почему вы с этим не согласны? Как ко мне вопрос? Ответ. Спасение человека зависит не от того, когда он умрет, но от того, в каком состоянии умрет. Все остальное выдумки. А я не согласен с ними только потому, что люблю Христа и Его вечное Слово, Святую Библию. Псалом 118-113 стих. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Вот какие вопросы задавали мне. Но жизнь показывает. Давай. Вопрос. Вопрос 955. Третий том «Открытым оком». 1 Иоанна 3:15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Объясните слова «не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Ответ.
Язык Библии очень краток, и в библейском тексте в переводе отсутствуют иногда связующие слова. Переводчикам было очень непросто показать изъявительные наклонения в нескольких видах, так же, как и деепричастие. Данное место говорит о предположении и о действительности, и соединено в одном предложении. Матфея 13:12. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». А, так, отнимет. А кто не имеет, отнимется то, что имеет. А что имеет, когда не имеет? Вопрос. Если не имеет, то как оно может быть отнято? А смысл состоит в том, что отнимется возможность иметь то, что ты думал иметь. Думал иметь, именно думал. Или отнимется то, что ты имел в намерении, в разуме, в мечтаниях. Так у евангелиста Иоанна, в вышеусказанном месте, не имеет человек жизни вечной в себе, хотя он и думает, что она в нем пребывает. Иначе, человек-христианин ненавидит брата своего, рожденного от Христа, того, в ком образ Божий, то есть ненавидит самого Христа, саму жизнь, и этим погашает себе намерение иметь эту жизнь. Видите, какие ответы людям дать нужно? Приходится и грамматику привести, помощь, и все. Вопрос 1819, 7 том «Открытым оком». Отцы познаются в детях. Владимир Мономах давал наказ на столетие вперед. Иаков, умирая, пророчествовал о будущем 12 колен Израиля. А когда умирали святые, то какие они давали наказы? Серьезные или пустячные? Ответ. Как этого спрашивали Игнатия Брянчанинова, какие наказы дашь? Он говорит, да хоть какие давай, все равно их не делайте, все по-своему сделайте. Ответ. Все просили не нарушать установленный у них устав. Вот и я также говорю, наши уставы в деревне, которые в деревне, в лагере тут был, и в общинах, не нарушайте. Но иногда делали взаимосвязь с вещами обыденными и состоянием самой жизни. Может, это и нужно было тем людям, когда они были привязаны только к вещественным началам мира церковного. Как им говорить о том, чего сам их учитель не имел? Не мог же он завещать выйти им из монастыря и проповедовать миру? Да. Не мог же он давать наказы распространять Библию и нести эту благую весть в массы о Христовой пролитой крови, если сам сидел в затворе? Вот они и наказывали то о мантии своей дырявой, то о свечах и лампадах, то о том, чтобы им память обязательно творили. И тогда просьбы их он будет выполнять. Он будет выполнять из того загробного состояния. Было ли это сказано на смертном одре, или же это описатель прибавил? То есть Дмитрий Ростовский выдумывал это, я не знаю. Но вот такое завещание не раз встречается. И это говорит не о высоте их духовного уровня, а что благоухание и ангелов видят с их душой, так это видят и мусульмане, и буддисты японские, и самураи. Луки 22:29. «И я завещаю вам, как завещал мне отец мой царство». Галатам 3:15. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему». 1 Тимофея 6:13. «Пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе». Серафим Саровский, 2 января. «Так преподобный завещал, чтобы в созданном им Христорождественском храме, где всегда должна быть читаемая псалтырь, горели перед иконой Спасителя неугасаемая свеча и перед иконой Божьей Матери неугасимая лампада. И присовокупил, что если это завещание его будет в точности исполняться, Дивеевская община не будет терпеть нужды и бедствий,
и масло на эту потребность никогда не скудеет. Пришли коммунисты, и лампады все полетели, и там какой-то атомный, не знаю, проект или что выполняется. Видите, о чем за... О свечках и лампаде, чтобы они не гасли. Дальше. Сколько раз о святых и царях говорится, умирали, насытившись днями. Завещание подписано, дайте старицею тем, кто друг, до слуги и до няни. И с особой строкою наказ о врагах оградиться от бывших с тобой за трапезой, их язвительном жале и острых рогах, о замене их ног на протезы. Лично я не насытился, хочется жить, умножая талант разумения Писания. И в наследство друзьям ни вражду, ни ножи, но наказ не дружить с подлецами. Свой архив многотомный и опыт отдам, о врагах помолюсь со слезами. Да, тоскливо на сердце, что в битве не сам, а во всем и всегда они сами. То есть я буду все время как бы жалеть, что меня с вами нету, и еретики там и отвечать не знаете что, но я вас знаю. Мне пророчат сегодня кудесники лжи. Все разрушится, в чем преуспел ты. Вражьи полчища жадно стоят у межи, и терновников сход скороспелый. То есть войска выстрелят, ждут, когда я умру, на вас бросится. До меня умирал не один мономах. Домострой все дотошно разметил. Но сегодня у многих ни слуг, ни рубах. И финал далеко как не светил. А он говорит, как сохранить одежду, как ее нафталинить, как весной просушивать. Наказ. Я в друзьях долголетием не тешу себя. Разве в первом полупоколении. Но враги, за их души обился любя, вспомнят тысячу раз с изумлением. Божьей милостью мне удалось собрать в сжатом виде от церкви крещение. Этот труд оживет непременно сто крат, для Христа принесет превращение. В этом мире горнили, не скучно летел, жаждал душу, характер возвысить. Что ж, пора отойти от судов и от дел. Им, другим, мои тысячи писем. В них найдете ответ на кудрявый вопрос. Он бесхитростно прост, без лукавства. Да, я грешник, но верю, Спаситель Христос обещал даже мне свое царство. Помолитесь о мне, ухожу не на день. Верю в силу молитвы за верных. Только влагу почувствует замерший пень. Вновь фроски зеленеют среди терней. Стихотворение тебе его пересчитать несколько раз. Ты понял, сколько здесь заложено всего? Ну да, надо перечитать все. Это Господь дал такое. Сейчас я не написал бы даже такое. Дальше. Я знаю, я слежу. Угу. Слежу. Вопрос 2055. Восьмой том «Открытым оком». Всегда ли иноки были столь спокойны при угрожающей им опасности? Ответ. Случалось, что вкусив плена, они уже оглядывались. И потом, чуть жареным пахло, они уже были на чеку. Римлянам 5.4. От терпения опытность, от опытности надежда. Вот я скажу, вот этот вот ответ, который я даю, то, да ни один из священников так отвечать не будет. Ой, как он святой, да как говорит. Вот и все. Они тоже было, говорили там, я бы то... А когда попали из плена, бежали без оглядки и только сверкали пятки. Евфимий Новый, 15 октября. Кавычки открыты. Помнили сии мужи заповедь Господа, запрещающую искушать Бога и повелевающую избегать опасных мест. Матфея 10.23. И посему, подвергшись не раз опасности на свой... Не раз. Зачем добавляешь? Не. Подвергшись раз опасности... На своем новом местожительстве решились оставить его. Но и Афон, куда они опять переселились, теперь уже не представлял из себя безопасного места. Знали варвары о его теперешнем
населения и посему делали часто на него нападения. Уже многие из афонских иноков были пленены ими. По этой причине три новых переселенца на Афон решились разойтись все по другим, более безопасным местам. Давид, 6 сентября. Кавычки открыты. Игумен отказывался, говоря: «Не можешь ты жить с нами». Тогда Давид сказал игумену: «Знай, отче, что я Давид, начальник разбойников, пришел же к вам для того, чтобы оплакивать грехи мои. Если же ты не захочешь принять меня, то клятвенно обещаю вам, что пойду обратно, приведу с собой своих разбойников и всех вас перебью и разорю монастырь ваш». Просится в монастырь. Услышав это, игумен принял Давида в монастырь и постриг его в иноческий чин. Поскорее его. Что пользы нам от этих книг, поэзии и прозы, когда читающий из них не извлекает пользы? Что просто пользу, не просто пользу, на душе, как жить с грехом бороться, для взрослых и для малышей она сестра, не гостья. Число бесчетное томов в библиотеках разных, но место Библии самой не занято и праздно. На все найдешь ответ в чудесной этой книге. Так почему ж ее здесь нет? Я с удивлением вскрикнул. Библиотекарша тотчас засуетилась срочно. И для отвода наших глаз несет каталог тощий. Газеты старые, но в них о Боге ни словечко. Попался Лермонтова стих, карандашом помечен. Как будто кладбище теней и запах тлена пыльный. Но снова я спросил о ней: а раньше, значит, были? А раньше, значит, были? И тихим шепотом склонясь, поведала смущенно: приехал как-то местный князь. Парторг, секретарь. Нет, ты не можешь прочитать, читай заново. Вот только. Вот это что такое? Вот это? Партсекретарь. Парт. Тебе зачем перебавлять? И тихим шепотом склонясь, поведала смущенно: приехал как-то местный князь, партсекретарь горкома. То есть о Библии речь идет. Я разговаривал с библиотекаршей, и он взял, не записал и не вернул в два срока. Наверное, верующим стал. Признал Христа за Бога. Ей лично Библию тогда открыто подарил я. С ней горе вовсе не беда, она подаст вам крылья. Оставил адрес, телефон. Звоните, рад услышать. Однажды слышу, как сквозь сон, меня девчонка ищет. Теперь она давно сестра, нашедшая Иисуса. И ты вот так, оставив страх, душой интересуйся. От этой книги книг, и мне простер Спаситель длани, когда я был и глух, и нем, и на пути изранен. Но он склонился и поднял, перевязав потуже, и на осла меня забрал с собой на ужин. С тех пор для всех библиотек, на всех столах и полках желаю Библию иметь любой овце и волку. Животворящая струя напоит души пьяных, чтоб в человеке не стрелять, свои узнать изъяны. Изъяна, посмотри, вошел, нет? Да. Вот я вижу, слежу за этим. Все, однако, ну сейчас тут у нас уже никто не слушает нас.